Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать об очередной ноте, которая вышла недавно у брокера открытия. Доступна, правда, для квалифицированных инвесторов, но есть к чему стремиться. И для того, чтобы понимать, куда можно вкладывать и насколько интересно. Дело в том, что нота – это такой инструмент, который включает в себя 4 базовых актива, ориентируется на худший из них. Вот, и если худший из них, худший актив превысил барьер отзыва, то нота отзывается, а если нет, то, в общем сказать, есть еще купонный барьер, который значительно ниже. Вот, и если худшая из этих акций падает не очень сильно, то есть до купонного барьера, то мы получаем стабильно доходность. То есть, смотрите, акции падают, то есть они могут падать, проседать, но мы получаем доход. И доход очень даже неплохой. Ну, давайте от слов переходим к делу. Это нота на акции IT-компаний. Отзывная нота. Здесь, ну, мне показалось, что она очень интересная и очень даже неплохая. Смотрите. До 12% годовых купонная доходность в долларах. Условная защита от снижения доллары США. Ежеквартальные наблюдения. То есть ежеквартально мы получаем купон. Срок 3 года. Базовый актив, если не отзовется раньше. Базовый актив отобран на основе рыночной экспертизы. Итак, 3 года. Минимальная сумма инвестиций 10 тысяч долларов. Доступна для квалифицированных инвесторов. Смотрите, если акции растут, то, соответственно, мы получаем купон. Если акции падают, но не сильно, мы получаем купон все равно. Выплата купонов зависит от купонного барьера. Цены всех базовых активов на дату наблюдения выше либо равны барьеру купона. Эффект памяти. Невыплаченные ранее купоны выплачиваются, накапливаются и могут быть выплачены при следующих наблюдениях в купонных дате в случае соблюдения условий выплаты купона. Ну, я об этом уже рассказывал про ноты, я просто напоминаю. Досрочный отзыв. Есть барьер отзыва, который снижается на 2% каждый квартал. То есть самая худшая акция в конце. Если, ну, ближе к концу, например, да, самая худшая акция – это 3 года умножить на 4, 12, на 24%. Если самая худшая упадет за это время, то мы все равно получаем все, что мы должны получить. Вот, купонный барьер 65% с эффектом памяти. Барьер поставки 65%. Geared put. Это очень круто на самом деле. Я как-то рассказывал, что такое geared put. Вот, то это значит, что, в общем сказать, там, ну, это намного интереснее, чем просто обычный нота с барьером, нижним барьером, барьер отзыва. Вот, не отзыва, а барьер поставки как раз. Вот, geared put – это намного лучше, чем обычный. Вот, и 65%, то есть нота может упасть на 35%, а мы все равно. То есть самая худшая акция упала на 35% от начальной стоимости, а мы все равно получаем купонный доход регулярно. 11-12% годовых, но он еще не определен на момент получения мною вот этой вот презентации. Вот. И базовые активы какие? Давайте смотреть. Intel Incorporated, Arista Networks, VMware Incorporated и Microsoft. Но Intel и Microsoft мы слышали. Сейчас ну, про Intel немножечко расскажу. Вот. Тут текущая цена, рыночная капитализация, бета-индекс. Это, ну, насколько она лучше, чем индекс NASDAQ. Вот, и так далее.
Intel Corporation – крупнейший в мире разработчик микропроцессоров для персональных компьютеров и других устройств. То есть, ну, вот у меня, например, Intel Core i7 восьмой генерации. Вот. Сейчас занимается уже разработкой дополнительно, ну, тут для планшетов, рабочих станций и так далее, энергонезависимая память, расширила свой портфель, начав производить специализированные чипы для применения в сферах искусственного интеллекта, машинного зрения, интеллектуальной обработки видео, ну, распознавания образов и так далее. Вот, поэтому Intel развивается. Ну, в основном это процессоры, конечно. Пока процессоры, но процессоры для обработки видеосигналов, для обработки распознавания лиц и для искусственного интеллекта сейчас развивается. Теперь следующая компания. Вот, ну, про Intel вы слышали, я просто говорю про перспективы. Вот, следующая компания Arista Networks, про которую, в общем сказать, не так много слышали. Посмотрите, вот динамика акций. Вот динамика акций по сравнению с показателем NASDAQ. Вот, ну, то есть она недавно совсем, значит, очень здорово опережала NASDAQ. Очень здорово. Потом некоторое падение было, но все равно в сумме сейчас она, в принципе, вот немножечко упала. То есть есть вариант, что она подрастет. Поэтому, в принципе, ну, неплохая штука. Это американская технологическая компания, поставщик оборудования и программного обеспечения для компьютерных сетей. Arista Networks специализируется на разработке и производстве высокопроизводительных коммутаторов, применяемых в облачных сетевых структурах, центрах обработки данных, а также крупных вычислительных средах. Заказчиками являются крупнейшие дата-центры, провайдеры облачных сетевых структур, операторы связи, предприятия и кампусы. 72% выручки компании генерируется в Америке, 20% в Европе. В 2018 году заняла второе место на рынке коммутаторов со 100 гигабайт портами по объемам продаж. Arista на своем оборудовании добилась крайне низкого уровня задержки на коммутацию, что делает компанию незаменимым поставщиком для сетей с самыми высокими требованиями по времени отклика, таких как биржевая торговля, банки, облачные сервера. Отличительной особенностью архитектуры Arista является наличие собственной операционной системы Arista EOS, базируется на Linux. Ее открытость, гибкость, что позволяет кастомизировать оборудование под нужды конкретного заказчика. Вот. То есть облачные вычисления радикальным образом меняют способы построения современной IT-инфраструктуры и размещения приложений. В облачных инфраструктурах приложения распределены по тысячам различных серверов. Эти серверы связаны с высокоскоростными сетевыми коммутаторами, которые вместе образуют объединение ресурсов, которые позволяют, ну, быстро вычисления делать. Вот такая компания. И посмотрите, она здорово опережала индекс NASDAQ. Вот. Следующая компания VMware Incorporated. Класс. Что такое? Вот. Ну, здесь динамика была следующая. Несколько в 2015 году, в конце 2015 года, начале 2016 она падала. Потом очень-очень стабильно развивалась. Вот. Потом было некоторое падение. Сейчас, в общем, вышла на тот же самый уровень, что NASDAQ. Бета против индекса NASDAQ 1.35. То есть она сейчас опережает индекс NASDAQ. Вот. Компания является крупнейшим разработчиком программного обеспечения для визуализации, которое находит широкое применение для оптимизации работы облачных платформ. Способствует цифровой трансформации, позволяет операторам облачных платформ экономить время, средства и ресурсы. Программное обеспечение играет ключевую роль для интеграции частных и публичных облачных платформ в эффективные гибридные и мультиоблачные платформы. Партнерские соглашения заключены со всеми крупнейшими операторами облачных платформ, включая Amazon, Microsoft, Google, IBM и Alibaba.
Облачные платформы стремительно развиваются, и перспективы хорошие. Дальше. Ну, Microsoft Corporation, ведущий мировой разработчик потребительского и корпоративного программного обеспечения, Windows, вы знаете, вот, производительность и бизнес-процессы, и Microsoft Office, облачный офис 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics, облачные сервисы, Azure, OS Windows Service, SQL Service, ну и персональные компьютеры. Для компании Microsoft самой быстро растущей нишей стали, опять же, облачные технологии. Это происходит благодаря развитию цифровых услуг на облачной платформе. Вот, ну, вот так. И вы знаете, она лучше, чем NASDAQ растет. Вот, ну, дальше технические особенности и так далее. Очень приятная штука, напоминаю, это Geared Put. Вот, то есть, если даже что-то там падает ниже, чем барьер поставки, то мы не, ну, мы получаем худшую акцию не по текущей цене, а текущая цена, она там, ну, Geared Put, надо смотреть просто то видео, которое есть, то есть там цена не так сильно падает, то есть если она чуть-чуть там на 2% хуже, то мы, в общем сказать, 100% свои получим, то есть там очень даже хорошие условия. Очень приятная штука, особенно в момент, когда все ожидают кризис, то есть если будет кризис, будет просадочка, ожидается, что, в общем сказать, большого роста экономика не будет давать. А вот такие ноты, меня ругают, что говорят, вот там это казино и так далее. Друзья мои, я искренне считаю, я убежден в том, что эти ноты это хороший инструмент. И я подумываю, что может быть тоже вложить еще в одну ноту. Вот, поэтому я рекомендую, по крайней мере. Спасибо за внимание, оставайтесь на моем канале, будет много интересного. С вами был Демятков Юрий, до встречи.